расскажу вам немножко о своей альтернативной энергии. Вот у меня ветрогенератор из Китая. Вот сейчас он крутится. 600 ватт. 12 вольт. Работает он через автомобильные диоды. Вот такие диоды. Есть там родной блок, но он тормозит ветрогенератор. Так что я его не подцепляю. Есть у меня также батарейки. Сейчас покажу батарейки. Батарейки по 100 ватт. Вот здесь 4 штучки. И вот там 3 штучки. 900 ватт. Там на доме у меня. Восемьдесят ватт, самодельные, я их сам клеил, выписывал из Китая. Ветрогенератор 20 рублей обошелся. Панельки покупал в Екатеринбурге. 7 рублей штучка. Есть у меня еще на закат. Три штучки по 100 ватт, 300 ватт. Тоже в Екатеринбурге по 7 рублей покупал. Заходит у меня это все в дом. Сейчас покажу в доме. Поставлю пока паузу. Вот у меня батарейки. Стоят они в голубце. Их хватает на полностью на сутки. Так, пойдем дальше в дом. Вот, зашли в дом. Вот у меня все поступает вот в такой контролер. 30 ампер. Вот видно, стрелочка поступает в аккумуляторы. Аккумуляторы не полностью заряжены, так как энергия тратится на дом. И погода у нас, ну, солнышка нету, но все равно хватает и на аккумуляторы, и на дом. Вот через такой инвертор 3000 ватт он работает. Вот лампочка зеленая горит. Как-то он у меня сгорал, я уж его ремонтировал, ключи менял. Как встречное напряжение туда поступало, и он у меня сгорал. Ну, я его отремонтировал, тоже все с Китая заказывал запчасти. Вот у меня еще грид. Он, на него сбрасывается лишняя энергия в сеть. Тут вот у меня все контролируется. Вот 5 ампер пока идет. Бывало до 40 ампер, но сегодня погода плохая. Ватт тоже маловато. Току тоже маловато. Ну, хватает и на зарядку, и на дом.
Внутри ящика стоит у меня контролер. Он контролирует сеть. Переключает сам по себе. Тут у меня предохранители. Работает телевизор. Лампочки горят. Все от инвертора. Все кругом горит. В коридоре свет все горит. Ну вот и, в общем-то, все.